Привет всем, мои дорогие друзья и подписчики, и те, кто просто случайно зашел на видос, чтобы посмотреть. Сегодня у нас будет обзор шоколадки аналога Твикс. Называется «Двойная радость». Шоколадка, данная шоколадка очень, можно сказать, ну, относительно дешевая. Стоимость данной шоколадки составляет 20 рублей. «Двойная радость». Савинов. Покупалась данный товар, покупался в магазине Светофор. Состав у нее следующий. Давайте рассмотрим подробно, что же из себя представляет этот аналог конфеты Твикс, которая сейчас в некоторых магазинах за 50 рублей стоимость, которая зашкаливает. Состав здесь следующий. Глазурь, потом идет молочная, шоколадная, сахар. Эквивалент масла какао, растительные масла, эмульгатор лецитин, молоко сухое, цельное и обезжиренное. Какао тертое. Дальше сыворотка сухая идет. Следующее. Эмульгатор Е442 и Е476. Ароматизатор. Потом патока, мука пшеничная, жир специального назначения. Растительные масла. Эмульгатор Е471, соевый лецитин. Красителя ната, куркумин. Сахар, молоко сгущенное с сахаром, нормализованное молоко, сахар, сыворотка молочная, сухая, сыворотка лактоза, соль, разрыхлитель Е503А, Е500А, ароматизатор, стабилизатор, каррагинан, ого, регулятор кислоты, цитрат, натрия. Продукт может содержать незначительное количество яичного белка, арахиса и ореха. Изготовитель. ООО «Кондитерская фабрика Алтай», Россия, Алтайский район, город Барнаул, Павловский тракт 58А. 50 грамм здесь 25 на 2. Сейчас будем пробовать. Ну и посмотрим, что из себя данная конфета представляет. Вот так вот она выглядит, данная конфета Твикс. Ну что, давайте начинать ее пробовать. Вот тут я уже подготовил чаек у меня здесь. Так. Пробуем. Действительно очень вкусное. Вкусное вот это вот печенье. Так. Очень похоже на Твикс, но у Твикса вот это вот нуга. Она заметно меньше прилипает к зубам, когда ешь. Так что будьте осторожны. Аккуратно ешьте данную конфету. Вот Твикс серьезно меньше к зубам. Вообще практически не прилипает. Вот во всем хорошо, кроме вот этого момента. И печенье хорошо, прям все создали. Но не учли вот этот вот момент. Но за ее цену, а себестоимость ее 20 рублей одной штуки. Это очень хорошо, очень хорошо. Я удивлен, прям очень хорошая замена Твикса. С чаем вот так вам зайдет. Рекомендую данную конфету. Ну. Оценка моя данной конфете будет 5 из 5 баллов. Все соблюдено хорошо, баланс и все остальное, но минус единственный недостаток то, что к зубам прилипает. Все, больше недостатков я не увидел. Классно, клевая, короче. Так. И тут 470 килокалорий. Не помню, сколько в оригинальном Твиксе, кажется, там около 450 или того, чуть меньше. Ну что, если вам понравился контент, подписывайтесь на канал, поставьте лайк и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, всем пока.